Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Объемы инвестирования в Кировской области выросли на 6,5%. Всего, по данным Кировстата, на развитие экономики и социальной сферы региона в 2023 году было направлено 106 миллиардов рублей. Из них 78,5 освоено. Наибольший объем инвестиций осуществлен на собственные средства предприятий. А сумма 46,5 миллиардов рублей. Доля привлеченных средств 41%. Почти половина из них бюджетные деньги, 12% кредиты банков. Направлялись деньги в первую очередь на приобретение оборудования, а также на строительство сооружений и покупку транспорта. Что касается отраслей, то наибольший объем средств направлен в обрабатывающее производство, а также в топе отраслей обеспечение электроэнергией, газом и паром, транспортировка и хранение продукции, сельское или лесное хозяйство. Экономика. Кировские предприятия приглашают к участию в конкурсе «Экспортер года». Это могут сделать крупные компании, малый и средний бизнес и индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются с 1 апреля по 30 июня. Участие бесплатное. Есть несколько ограничений. Например, у компаний должны быть полностью оплачены налоги и сборы. Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». В этом году премия будет вручаться в 20 номинациях, как в различных сферах деятельности, машиностроения, промышленность, сферы услуг и другие, так и, например, среди женщин-экспортеров, молодых предпринимателей, нового бизнеса. Заполнить заявку и подробнее ознакомиться с условиями можно на сайте exportcenter.ru. Возрастное ограничение 16+. В эфире «Экономика». 660 тысяч рублей заплатят в Кирове за деревянный душ на пляже, 4 скамейки и 3 урны. Подрядчика, который поставит указанное пляжное оборудование, ищет горадминистрация. Согласно документам, размещенным на сайте госзакупок, начальная цена контракта – 663 тысячи рублей. За эти деньги на кировском пляже установят один деревянный душ с 4 лейками, 4 скамейки с бетонными боковинами и 3 деревянные урны на бетонном основании. Победитель аукциона должен поставить оборудование до 20 мая. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».